Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» является одной из крупнейших в мире железнодорожных компаний с колоссальными объемами грузовых и пассажирских перевозок. Обладающие квалифицированными специалистами, большой научно-технической базой, проектными и строительными мощностями, значительным опытом международного сотрудничества. За последние годы компания проделала колоссальную работу. Запущено высокоскоростное движение электропоездов «Сапсан» на линии Москва-Санкт-Петербург, электропоездов «Аллегра» из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а также экспрессов «Стриж» и «Ласточка» в Центральной России, регионах Поволжья и Северного Кавказа. Вскоре в эксплуатацию будут введены поезда «Стриж» с механизмом автоматического изменения ширины тележки с отечественного стандарта 1520 мм на европейский 1435 мм. Обновление подвижного состава идет не только за счет закупок лучших образцов мировых производителей, но и за счет активной поддержки и инвестиций в российскую науку. Дальнейшее наращивание научно-технического потенциала позволяет создавать новые модели подвижного состава, повышать уровень безопасности технологических процессов, внедрять уникальные разработки в области энергосбережения и экологии. Готовятся к реализации проекты выделенных высокоскоростных магистралей из Москвы в регионы Северо-Запада, Юга и Востока России. К 2030 году протяженность путей скоростного пассажирского сообщения должна вырасти до 7 тысяч километров, а высокоскоростных железнодорожных магистралей – до 4 тысяч километров. Сотрудничество холдинга РЖД с зарубежными партнерами в рамках развития скоростного и высокоскоростного движения позволяет не только расширять линейку подвижного состава, но также способствует становлению национальной экономики, в том числе за счет локализации производства на территории Российской Федерации. За последние 12 лет УАО РЖД инвестировало в развитие железнодорожной инфраструктуры около 4 триллионов рублей. Обладая большим опытом в создании сложных инфраструктурных сооружений, УАО РЖД выступила одним из основных подрядчиков по подготовке региона Сочи к 22-м Олимпийским и 11-м Паралимпийским зимним играм 2014 года. Развитие транспортной инфраструктуры в Сочи стало одним из самых значительных рывков в российском транспортном строительстве, которое заложило практическую базу для реализации подобных проектов в любых уголках страны. Приоритетным направлением инвестиций по-прежнему является развитие инфраструктуры Дальневосточного региона и, в частности, Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Последние годы на Дальнем Востоке и Восточной Сибири были открыты сразу несколько крупных инфраструктурных объектов. Новые Кузнецовский, Манский, Кипарисовский тоннели помогли увеличить пропускные способности железных дорог Восточного полигона. Огромный опыт УАО РЖД в области инжиниринга и транспортного строительства находит не менее яркое воплощение в международных проектах. Холдинг строит и реконструирует железные дороги Сербии, Монголии, КНДР. Обсуждаются проекты строительства железнодорожной инфраструктуры в Иордании, Кувейте, Намибии, Никарагуа, Эквадоре, Вьетнаме, Индии, Индонезии и других странах. Расширяя географию своего присутствия на международных инфраструктурных рынках, ОАО РЖД усиливает интеграцию российских железных дорог в мировую транспортную систему. Являясь активным игроком международных рынков капитала, ОАО РЖД помимо собственных инвестиций привлекает частные средства в развитии инфраструктуры. Российские железные дороги занимают лидирующие позиции в мире наряду с магистралями Китая и США по объемам перевозок и протяженности железнодорожных линий. С учетом географического положения России, обслуживание трансконтинентальных транспортных потоков приобретает все большую значимость. В сентябре 2014 года правительство России одобрило создание объединенной транспортно-логистической компании совместного предприятия российских, казахстанских и белорусских железных дорог. Реализация данного проекта позволит существенно сократить время на перевозку грузов из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу при более низкой цене. Важным шагом в становлении транспортно-логистического холдинга стало приобретение УАО РЖД 75% акций «Джевка» – компании, которая станет одним из ключевых элементов новой структуры транспортировки грузов между Азией и Европой.
Не останавливаясь на достигнутом, ОАО РЖД продолжает поступательное движение по пути реализации стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации. Преемственность традиций, преданность делу, постоянный поиск и внедрение в ежедневную практику самых передовых решений и технологий – залог лидерства ОАО РЖД и стремление к совершенству. ОАО РЖД. Меняемся для вас.